Да, друзья, мы сейчас с вами понаблюдаем за вторым боем сегодняшнего файткарта. Умиталиев Баяман и Кодирхон Газихонов. В эфире все еще Дидар Есемов и Эркин Абдулаев. Это турнир WEF Global 55, Global номер 12 с арены Дворца спорта имени Кожамкула. И ведущий этого вечера сейчас вызывает первых бойцов. Противостояние Баямана Умиталиева и Кодирхона Газихонова. Этот ивент начнется. Все самое интересное впереди. WEF Global на телеканале НТС Спорт, друзья. Еще раз здравствуйте и давайте уже наблюдать непосредственно за действом. Очень эпичная такая картина сегодня во Дворце спорта имени Кожамкула. Действительно, трибуны потихонечку наполняются. Я думаю, к основным событием этого вечера будет полный аншлаг. Ну а что касается бойцов, то состав сегодня этого вечера действительно очень грозный. Как я уже анонсировал до этого, главное событие вечера — это, конечно же, бой Тлека Джиембекова и Малика Томбио. Но помимо этого также пройдут заглавные события. Нурлан Токтабакиев встретится с казахским бойцом Князем Махмудовым. И Ринат Саякбаев будет сражаться с Токтугуловым Илимбеком. Это два бойца из Кыргызстана. У них принципиальный бой сегодня. И все это как вишенка на торте. Ну а мы с вами, друзья, встречаем первую пару. Умиталиев Баяман и Газихонов Кадирхон. Назар Баяман Умиталиев. Аттагонго жакындап келе жаткан учуру жана анын атаандашылагы келип атат. 77 килограмм салмак чейин бирдигиндеги мушкерлер. Булар ошондой жеңил орто салмак. Биздин мекендешибизде Баяман, Баямандын боюнун узундугу 1 метр 80 сантиметр. Буга чейин бир жолу беттешке чыгып жеңишке ээ болгон. Албетте жалпысынан көп чыгып жүрсө дагы айрыкча мына ушул шердукко катталган көрсөткүчтөрү дал ушундой. Ушу санда боюнча спорттун чеберлигине талапкер Рамазан спорт клубунун өкүлү азыркы учурда 23 жашта. Ну и его оппонент, боец из Узбекистана, чемпион Узбекистана по рукопашному бою, Кадирхон Газихонов. Вот он на ваших экранах сейчас в объятиях своей свиты. И действительно, пришли очень много людей поболеть за него. Сразу же этот вечер перестает быть томным. Кыргызский боец против бойца из Узбекистана. Это будет действительно интересно. Мы видим сейчас противника Умиталиева Баямана, Газихона Кадирхонова. Вес бойцов 77 килограмм. Именно такой был заявленный вес на этот бой. Ну и узбек очень серьезный оппонент. 180 сантиметров роста, 2 победы и 2 поражения в профессиональной его карьере. 96 года рождения, представитель узбекского клуба Ахмат. Демек, эки мушкердин ортосунда болгону бир жаш айырма бар. Биздин мекендешибиз Баяман Умиталиев бир жашка улуу. Бойлорунун узундугу болсо 1:2 тең, 1 метр 80 сантиметр. Жана ошондой эле Баяман Умиталиев бул Сталбек Атамбаевдин шакирти, ошонун кол астында машыгып келет. Жана азыр мына өзбекстандык мушкер дагы октагонго жакындап калды. Өзбекстандык мушкер бул греплинг боюнча спорттун чебери, ал эми биздин жердешибиз ушу санда боюнча спорттун чебери. Андыктан партерде албетте айрыкча ушул Кодирхон Газихонов жакшы боло турган болсо, эми биздин мекендешибиз дагы ал жактан эч кандай атаандашынан артта калбайт. Жана акыркы учурда ушул эрежесиз эр уруш, аралаш мушташ спорттун түрлөрүнүн өнөрлөрүндө көбүнчөсү ушул греплинг менен, же болбосо башкача айтканда дидар, мына ушул партерде иштеген мушкерлердин чындап жылдызы жанып, алар өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп келген учурлар болот. Акыркы жылдарда ушундай ударник деп коет эмеспи, чыныгы мына ушундай туруп абалында мыкты сокку өткөргөндөрдүн бир аз алардын эрасы өтүп бара жаткандай сезилет. Бирок ошентсе дагы азыр албетте ошентип WEF 55 Global 12 турнириндеги алгачкы беттешке мына ошентип күбө болмокчубуз. Да, обращаем внимание на первое противостояние. Еще раз повторю, Умиталиев Баяман против Кадирхона
Газихонова. Все готово к тому, чтобы эта встреча стартовала. Последние действия от судьи и непосредственно бой. Газихонов, Кадирхон прямо сейчас находится справа на ваших экранах. Баяман слева в красных трусах. Ну и противостояние будет интересным, как Эркин уже отметил, оба бойца очень неплохие в борьбе, но мы видим, что старт у нас проходит преимущественно в стойке, пока без особых активностей, 3 раунда по 5 минут, все как заявлено в смешанных единоборствах, и первую интересную атаку проводит Баяман, был проход в ноги, но здесь Кадирхон спокойно увернулся, неплохая двойка от узбекского спортсмена. Вообще, Эркин, как считаешь, кто фаворит в этом противостоянии? Албетте, ар бир бетте ушул өз жеринде өткөндө сенин күйөрмандарың өтө көп болот, андыктан өзүңдө дубалдарда жардам берет деген сөз бар. Мына азыркы учурда эми булар рейтингте, рейтингтик беттеш же болбосо беделди көтөрө турган беттештер болгондуктан ачык кайсыл бир мушкерди албетте фаворит деп айтуу кыйын, бирок өз үйүндө биздин мекендештер албетте жеңишке жетүүгө болгон дымагы күчтүү, андыктан аны Баяман Умиталиевти фаворит деп айтсак болот. Бирок өзбекстандык Кодирхон Газихонов өзүн өтө мындай ишенимдүү алып жүргөн учуру, ал рингтин ортолук октагондун ортолук бөлүгүн ээлеп алып биринчи номер менен иштегиси келет. Азырынча жөн гана мына ушундай сүрдүү көз карашы менен өзүн ишенимдүү алып турган учуру. Албетте бул биринчи раунд, ошондой эле бул үч раундка созула турган, 5 мүнөттөн 3 раундка созула турган беттеш. Азыр болсо мидл кик ушул жерде аткарылмак өзбекстандык Кадырхан Газихоновдун. Бирок ошол замат биздин мекендешибиз атаандашын бутунан кармады эле, бирок мойнун берип койчудай негизинен бул жерден. Действительно опасный момент, берет в неплохой захват узбекский боец, и сейчас Баяману будет очень тяжело из этой ситуации выпутаться. Кадирхон действительно доказывает, что в борьбе он очень-очень хорош. Баяман на заре своей профессиональной карьеры, это его второй бой, в первом же бою он одержал победу, но вот в этой ситуации сумел выпутаться, и сейчас мы видим, что небольшие проблемы у Кадирхона со здоровьем, или что нам показывают на его ногу. И мы видим, что Кадирхон все-таки сумеет продолжить этот бой. 3 минуты еще продлится первый раунд. Баяман был в тяжелой ситуации, но сумел достойно из нее выйти. Вообще, наш кыргызский боец сегодня при родных трибунах, как уже отметил мой коллега Эркин, должен показать все свое мастерство и действительно показать, что умеет драться. Вот здесь неплохо. Пошли размены ударами. Честно говоря, пока нельзя сказать конкретно в чью пользу. Очередной выпад от Кадирхона, и внезапно у нас немножечко пропал сигнал, но ничего, все нормально, друзья, эфир продолжается, мы видим, что первым номером действует Кадирхон. Узбекский боец более опытен, но здесь прорыв ноги от Баямана, поймал он за колено оппонента, прижал сейчас к октагону, к краю, но здесь пошла уже разборка в партере. Рефери за всем внимательно наблюдают. И, честно говоря, оба находятся в такой позиции, с которой можно что-то придумывать. Но мы видим, что Баяман отлично вырывается, и он сейчас сверху. Кадирхон пытается вязать оппонента, ему ничего не остается. Но пока первый раунд, сил много, здесь попытка выбраться от узбекского боксера, в итоге все переходит в следующую стадию. Сбоку прижал Баяман своего оппонента. Но можно сказать, что первую часть этого раунда Баяман провел не так активно, но вот во второй половине уже у Металиев действительно взялся за дело. Начиндыгында ушул биринчи таймдын, биринчи раундтун алгачкы жарым бөлүгүндө өзүн эки мушкер тең мына туруп абалында болсо, андан кийинки жарым бөлүк ушундай партерде көбүрөөк өтө баштаган. Азыр болсо артына муунту ыкмасын колдонууну Кадирхан Газихонов ишке ашырууга аракеттенди, бирок мына нечинчи ирет ушул
мунтукмасынан кутулуп чыгып кетип атат. Баяман Үмүталиев менин албетте божомолдогонум ушул булар партерде көбүрөөк беттеш өткөрөт дегендей ой бар эле. Ал учурда Кадирхон Газихонов мына ушул жерден соккуларды узатып атат. Дагы бир жарым минута чыдап кое турган болсо, албетте беттеш экинчи раундда уланмак, бирок ортодогу калыс өзүнүн мына ушул жерде чечимин чыгарды дагы атаандашынын үстүнө ишенди отуруп алып соккуларды узатып жаткан Кодирхон Газихонов ошентип жеңишке ээ болду. Баяман Үмүталиев негизинен дагы жарым мүнөт чыдап деле коет беле, эмнегедир беттешти эртерээк токтотуп койгондой сезилди. Ошентсе дагы Кадирхан Газихоновдун мына мыкты экенин тана албайбыз. Татыктуу беттешти өткөрүп жеңишке ээ болду. Өзбекстандан өтө көптөгөн мушкерлер келген. Бүгүнкү беттеште жок эле дегенде бул жакта 10го жакын өзбекстандык мушкер рингке чыгат. Алардын көпчүлүгү кыргызстандыктар менен, арасында албетте Казакстан, Өзбекстан жана башкалар менен. Мына расмий чечимди биз күтүп алабыз. Ну и действительно побеждает здесь с помощью ударной своей мощи Кадирхон Газихонов. Первый блин комом для наших болельщиков. Вот так открывается вечер World Air Time Match Federation под номером 55, турнир Global 12. К сожалению, Металиев Баяман не сумел выдержать напор узбекского бойца. Но тем не менее, наш вечер продолжается. Впереди еще целых 18 противостояний. И затравочка действительно удалась. Этот бой, ну уж никак нельзя назвать скучным. Оба бойца показали все свое мастерство. Но Баяману чуточку не удалось здесь проявить себя. Что ж, будем надеяться, в остальном кыргызстанские спортсмены сумеют проявить себя. Пока будем считать 1-0 в пользу узбекских ребят. Алгачкы беттешти ошентип соңуна чыгарып алдык. Өзбекстандык мушкер Кадирхан Газихоновду жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Баяман Үмүталиев өзүнүн талантын чындыгында көрсөтө алган жок. Айрыкча ушул